Доброго времени суток вам, дорогие друзья! И вновь вы на канале «Новые горизонты». Сегодня новый день, и я приглашаю вас вместе со мной запечь в духовке очень вкусный десерт. А что именно будем запекать? Вот эти замечательные яблоки, друзья! Я уверяю, что у вас получится прекрасный вкусный десерт, который вы будете готовить буквально каждый день. Этот десерт очень любит мой внук, друзья. И, конечно же, мы с вами запечем еще и для нас любимых баклажаны. Итак, друзья, приступаем. Дорогие мои, а для запеченных баклажанов нам понадобятся баклажаны, два крупных довольно-таки, мы их разрежем пополам. Нам понадобится две моркови сырых, нам понадобится две вот такие луковицы, зелень, соль по вкусу. Друзья, для баклажан, для начинки нам понадобится мясо. У меня говядина и свинина. Мы мясо перерубим на мясорубке, соединим с луком, и дальше я покажу весь процесс. Дорогие мои, мы берем с вами баклажан. И вот таким образом, посмотрите, вот этот хвостик мы не освобождаем, не отрезаем, вернее. И вот так счищаем шкурку. Конечно, не всю можно, но хотя бы вот так вот через раз сделаем полосатеньким наш баклажанчик. Посмотрите, друзья, вот такой баклажанчик мы сделали полосатенький. Шкурку сняли. Сейчас со второго тоже таким же образом, друзья, мы снимем. Со второго. Ну, как говорится, не весь баклажан. И здесь вот тут также мы пройдемся. Ну, посмотрите, друзья, вот такие получились у нас полосатые баклажаны. Теперь, дорогие мои, я хочу сказать вам, что вот так где-то в середине мы должны разрезать баклажан. В воду с соленой водой я его не отправляю, потому что, посмотрите, мякоть великолепная, свежие баклажаны. То есть вот таким образом я разрезала баклажан не до конца, с одной стороны. Посмотрите, друзья, вот. И также мы сделаем и здесь. И этот баклажанчик точно таким же образом мы разрезали. И теперь мы эти баклажаны, у меня есть вот такой противень. Дорогие мои, я взяла противень, столовую ложку растительного масла налила, размазываю противень, и в этот противень отправляю наши баклажаны запекаться. Где-то минут на 40. Посмотрите. Не разрезали, только, друзья, только сделали вот такой разрез посередине. Один разрез. Один. Счистили шкурку. Можно весь счистить, можно вот таким образом, но так интереснее. Итак, дорогие мои, на 30-40 минут. А мы с вами продолжаем делать начинку для наших баклажанов. Итак, дорогие друзья, что мы сейчас сделаем? Я сложила мясо, вот тут уже у меня уже говядина, посмотрите, говядина и свинина я уже перерубила. Вот, посмотрите. Посмотрите, какое замечательное мясо получилось вот так. Где-то здесь у меня полкило мяса. Так, и сейчас мы с вами режем луковицу. Вот таким образом. Ну и не мелко, и не крупно. Две луковицы нам понадобится. Мы сейчас этот лук будем обжаривать на растительном масле. Добавим еще зелени, специи. Вот одна луковица. И нарезаем, дорогие мои, вторую луковицу. Тоже так же, я хочу сказать, не мелко сильно и не крупно.
Вот таким образом. Дорогие мои, нарезанный лучок мы отправляем с вами на сковороду. Теперь, дорогие друзья, мы с вами должны очистить две моркови. Мы очистим морковь сейчас, нарежем ее, натрем на терке. И потом, как поджарится лук до золотистой корочки, мы с вами уже натертую морковку опускаем, тоже отправляем к нашему луку. И вторую морковку мы таким же образом тоже почистим. Лучок у нас уже подходит. Сейчас мы перетрем. Вами нашу морковь. Вот посмотрите, друзья, у нас вот такая гора получается моркови. Сейчас я дотру. Вот такая замечательная гора моркови. Мы сейчас эту морковь также, дорогие друзья, вот я взяла пучок лук этого укропа, я его сейчас также меленько нарежу и отправлю в нашу начинку. То есть лук сейчас, морковь у меня, половину отправлю тушиться с мясом, с луком начинкой, а половину оставлю, друзья, дабы потом украсить. Вот я сделала пучок. Так, замечательно. И сейчас мы сюда отправляем нашу морковь. Сковородочку. Все вместе соединяем. Получается замечательно. Потушился лук, морковь, и мы с вами отправляем к нему наш фарш порубленный. Сейчас несколько минуток потушим. Добавляем фарш, друзья, и горсть зелени. Посмотрите, вот такая начиночка. Мы сейчас ее соединим с нашим луком. Где-то минут 15 потушим. Рубили фаршик. Ждем, как испекутся баклажаны. Дорогие мои, пока баклажаны наши запекаются, мы с вами будем готовить наши яблоки к запеканию. Что мы делаем? Мы, дорогие друзья, посмотрите, вот так отрезаем верхушечку яблока, затем ножом, острым ножом мы вырезаем вот таким образом, посмотрите, нашу сердцевину. Посмотрите, друзья, здесь у нас еще не все вырезано пока, сейчас мы с вами продолжим. Осторожнее, только не проткните яблочко. И вот таким образом мы с вами, и затем можно ложечкой почистить. Вот так, друзья, получается, посмотрите. Обычно мы с вами освободили сердцевинку. Можно, конечно, друзья, украсить, если это у вас праздничное блюдо, украсить его, это яблоко здесь вырезать, как говорится, рельефом вот таким вот. Сейчас я вам покажу, как. Вот таким образом. Посмотрите, друзья, я вырезала рельефы и их вот так. Вот такие уголочки симпатичные. Посмотрите. Очень быстро все. Вот так вот красиво. Если вы желаете, чтобы ваш десерт был нарядный. Вот таким образом. Второе яблочко я просто прямо сделала. Посмотрите. Итак, друзья, сейчас мы приготовим с вами для наших заготовок начинки. Начинки, друзья, простые, но очень вкусные. Посмотрите, у меня творог,
пачка творожка, ну я, естественно, эта начинка не, как говорится, сюда на яблоко половина пачки. Так, и у меня второе яблоко я буду начинять вот рисом. Посмотрите, пакетик риса порционного, где-то 100 грамм, я отварила уже. И вот сюда сейчас собираю. Так, друзья, две начиночки. Рис отваренный. И рис здесь был у меня пачечка 100 грамм. Вот я половина пачечки взяла. И творожок. Для риса, дорогие мои, я уже запарила изюм. Сюда вот посмотрите. Я запарила, посмотрите, изюм. Сейчас мы его сольем. И где-то горсть, вот такую горсть, побольше можно. Это вкусно получится, начинка. Итак, дорогие друзья, следующий этап у нас сахар или мед, или сахарная пудра. Это уже на ваше усмотрение. Итак, рис и изюм я добавляю где-то вот так на кончике. Посмотрите, ложки чайной сюда сахарную пудру. Ну, я так хочу. Если вы, то можете положить чайную ложечку сюда сахара или же чайную ложечку меда. И на вторую начиночку тоже таким же образом. Вот я, чайная ложечка сахарной пудры. Итак, друзья, одну начиночку я перемешиваю. Где у нас творожок? И в творожок, дорогие друзья, я хочу... Творожок, дорогие мои, я немножечко добавляю ванилин. Немножко для вкуса. Для аромата и для вкуса. И в творожок опять-таки я добавлю чуть-чуть корицы. Молотой корицы. Где-то на кончике, посмотрите, друзья, вот так перемешиваем на кончике ножа. Итак, наше яблочко... Получается очень вкусная. Я вот попробовала. Начиночка. И я большой ложкой закладываю. То есть, дорогие мои, я ничем внутри не смазываю яблоко. Вот таким образом. Приминаем. Второе яблочко вот с этой замечательной вкусной начиночкой, рис, изюм, сахарная пудра, мы заполняем, друзья, точно так же. Здесь нужно быть немного осторожней, потому что мы с вами зубцы отрезали, как говорится, нарезали, сделали красоту вот такую, зубцы, видите? Мы также таким образом эту начинку закладываем в нашу заготовку. Итак, друзья, посмотрите, у нас с вами получились вот такие замечательные. Мы их сейчас отправляем с вами в духовку. У меня есть вот такой противень замечательный. Я отправляю. Сюда, дорогие мои, обязательно где-то половина. Посмотрите, половина стаканчика воды я добавляю. И отправляем в духовку при температуре 190-200 градусов где-то минут на 30-40. Дорогие мои, а наши баклажаны уже запеклись. Посмотрите. Я поближе покажу, какие замечательные лодочки получились у нас. Посмотрите, друзья, какие замечательные, вкусные, порционные вот такая лодочка будет для каждого члена вашей семьи. Посмотрите, друзья, и сейчас мы эти баклажаны будем начинять нашей начиночкой. Начинка у нас, друзья, как вы уже помните, мы приготовили с вами заранее. Начинка у нас состоит из лука, 2 луковицы, 2 морковки, 500 грамм фарша. И мы сейчас с вами будем начинять наш баклажанчик. Посмотрите. Я поближе покажу вам.
очень вкусно, друзья. Я хочу сказать, этот рецепт самый-самый легкий. Он быстро готовится. Ну, прежде, конечно, нужно баклажаны запечь. А так, друзья, уже готовые баклажаны запекаются буквально 10 минут в духовке при температуре 200 градусов. И ваши необыкновенно вкусные фаршированные баклажаны будут готовы. Итак, посмотрите, друзья, вот такой замечательный фаршированный баклажанчик, фаршированная лодочка, посмотрите. Отправляю нашу формочку с готовыми, почти готовыми баклажанами на 10-15 минут в духовку, друзья. Вот именно вот этой жаровне я буду подавать наши баклажаны. Итак, друзья, на 10-15 минут в духовку. Итак, дорогие, посмотрите, наши яблоки запеченные уже готовы. Сейчас мы с вами достанем наши яблочки запеченные. Посмотрите, какие они красивые получились у нас, дорогие мои. Посмотрите, какие замечательные, вкусные, горячие. Ах, с прекрасной начинкой. И вот наши баклажанчики, тоже лодочки, у нас прекрасно получились, запеклись. Дорогие мои друзья, я думаю, вам сегодня мои прекрасные фаршированные яблоки понравились. Замечательной вкусной начинкой. И, конечно же, фаршированные баклажаны лодочкой, лодочки мясом тоже, я думаю, произведут впечатление на ваших родных и близких. Всего вам доброго, до новых встреч на канале «Новые горизонты».